Известная песня группы «Абба» обретает новое звучание. Уже больше 5 лет в Одинцово реализуется проект мэра города Александра Гусева «Английский для пенсионеров». Лекции доступны всем и абсолютно бесплатны. Главное – желание, а знание приложится, уверена Эльза Ларина. И они не пропускают ни одно занятие. Как вы видите, вот все 8 человек присутствуют. Занятия начинаются с 1:30, и они готовы сидеть даже без перерыва, хотя перерывы им предлагается. Особенность в том, что слушатели в большинстве своем не изучали английский. В школе в советское время в приоритете был немецкий, и бывшие пионеры, севшие в 21 веке за партой, начинают с нуля. Для ускорения процесса Эльза Михайловна использует необычный прием. Все английские слова пишет в русской транскрипции. Тема сегодняшнего урока – еда. Брюссельская капуста, Brussels sprouts. Морская капуста, ламинария. Лук, шалот, шалот. Они знают, какие особые знаки делаю я при изучении той или иной темы. Вы, наверное, сейчас слышали, когда они пели, я им говорила про собаку. При произнесении звука «р» необходимо, чтобы они рассердились, как сердится собачка. То есть это не чисто русский звук «р», а «р», примерно вот так вот. Нагрузка 6 часов в неделю. Программа состоит из 2 блоков. Эта группа начала занятия 19 июня, выпуск 8 августа. Приобретенные знания слушатели смогут применить на отдыхе или в поездке. Кроме того, английский поможет в освоении компьютера. Это просто преподаватель от Бога. Вы знаете, это просто человек, не знаю, как ее благодарить. Она столько я узнала здесь. Очень хорошее отношение администрации, выделено помещение, очень уютное, ну, комфортабельное и хорошо отделано после ремонта такое. Набор в группы английского языка в Одинцовской библиотеке №1 ведется в течение года. Выпускники курсов уже готовы штурмовать городское руководство с просьбой продлить лекции и добавить еще один тематический блок. Но неизменно со своим теперь уже любимым преподавателем, профессором и автором более 140 книг и монографий Эльзой Лариной. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».